Чё творим? Про меня зовут Саргионис, и бро, сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь бро, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. Так что скорее вступай в мою Supreme банду, чтобы быть самой слепой на ютубе. А также сегодня сцену видео снимает Настя. Привет! Ты Supreme банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткое видео. Потому что сегодня на свой дрон я хочу снять реального картон-дога. Это будет полная жесть, банда. Мы приехали к заброшенному заводу, где, по слухам, живет огромная собака, которая полностью черная. Описание этого очень сильно похоже на этого мультяшного пса. Но потом, банда, сегодня мы здесь, а ранее, банда, мы уже снимали картон Кэта. Тогда мы приехали в секретный военный поселок и сняли реального мультяшного кота. А еще сняли, как он убил военного. Я все еще, когда это вспоминаю, у меня прям мурашки по коже. Тем не менее, банда, сегодня мы приехали за картон дога. Я очень надеюсь, что мы сегодня его снимем, и, возможно, даже мы снимем того самого картон Кэта. Но это маловероятно, ведь здесь, по слухам, живет всего лишь собака. Именно поэтому, банда, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я попытаюсь одновременно позвонить картон псу и картон коту. Возможно, они смогут со мной как-то говорить, ведь это какие-то монстры, а не обычные животные. Так что, банда, скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Supreme банда. Всего лишь подпишись на нас, напиши нам директ и все. Жди ужас, если скоро мы ответим именно тебе. Так что, бро, ссылка в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем дрон и попытаемся снять реального картон дога. Погнали! Окей, банда, Настя запустила дрон. Где-то среди этих лесов и есть тот самый завод. Пока Настя ищет, банда, я, если честно, без понятия, что это за завод. Нигде ничего о нем не написано, просто стоит и все. Окей, банда, вот Настя уже нашла этот завод. Просто посмотрите, какой же он огромный. Это просто жесть, банда, вы это видите? Окей, посмотрите на то чудо архитектуры. Что это вообще за здание? Окей, где-то здесь и живет этот картон-дог. Думаю, банда, что сначала мы облетим всю местность, а уже потом будет подлетать зданиями и смотреть, что у них внутри. Просто посмотрите, какое оно огромное. Это жесть. Окей, банда, мы впервые в такой местности, в таком заводе. Окей, где-то здесь и живет этот картон-дог. Посмотрите, банда, кстати, обратите внимание, завод довольно целый. Здесь очень просто может жить картон-дог и любой другой монстр. Именно поэтому, наверное, он здесь и поселился. Окей, тем не менее, вот Настя все облетает. Просто посмотрите. С одной стороны, это очень красиво, но с другой стороны, это очень стрёмно выглядит. Окей, банда, тем не менее, я пока что не вижу ничего подозрительного. Что-то такого, чтобы было очень похоже на картон-дога. Я думаю, что сначала мы облетим весь этот завод, а потом подлетим к лесу. Посмотрим, возможно, в лесу тоже есть какие-то здания. Окей, но я пока что ничего не вижу. Окей, пока что, в принципе, ничего необычного вокруг леса. И посмотри, там даже есть какие-то болота. Это просто жесть, банда, вы это видите? Там реально какое-то болото. И, кстати, на улице, похоже, скоро будет дождь. Просто жесть. Окей, тем не менее, посмотрите, какой же огромный лес. Это такая жесть. Этот завод как будто какой-то засекреченный. Господи, банда, я просто в шоке от этого здания, но полностью целое. Здесь не то, что какой-то картон-дог может жить, а какой-то реальный монстр. Какой-то даже SCP-объект. Но, банда, говорят, что здесь вот огромная собака. Мы сегодня это проверим. Просто жесть, посмотрите на это здание, какое же оно целое. Такая жесть. Оно очень похоже на многоэтажку в каком-то городе. Кстати, я бы очень хотел снять какого-то монстра в городе. Банда, напишите, возможно, вы знаете, в каком-то городе живет какой-то монстр, и мы попробуем снять его с дрона. Только напишите об этом в комментариях. Окей, вот то чудо архитектуры. Интересно, зачем оно вообще такое существует? Просто жесть. Как будто какая-то идет вверх, как будто кто-то ходит по этому коридору. Окей, тем не менее, банда... А, возможно, кто-то что-то спускал по этому коридору. Возможно, сверху спускалось вниз, и так оно переправлялось в другое здание. Окей, возможно, это создано для этого. Просто посмотри, что это такое железное. Окей, банда, тем не менее... Ну, думаю, что уже мы все облетели сверху. Возможно, мы уже можем лететь к тому леску. Давай попробуем лететь к тому лесу, посмотрим, что есть в лесу. Если там и в лесу будет какое-то здание, то это просто жесть. Окей, вот Настя подлетает к этому лесу. Я, в принципе, не вижу никаких зданий, там вообще ничего нету. Просто лес и все. Такая жесть, посмотри, какой он огромный. Окей, попробуй опуститься немного ниже, чтобы мы посмотрели. Возможно, где-то что там будет внутри. Окей, просто посмотрите на этот завод, какой же он стрёмный. Такая жесть, банда. Мне реально не верится, что мы сегодня снимаем в таком месте. Тем не менее, я очень надеюсь, что мы сегодня снимем хоть какого-то монстра. Даже если там будет не какой-то картон-дог, а просто какой-то монстр, я уже буду впечатлен. Окей, вот Настя полетает к этому лесу. Я же, банда, реально надеюсь, что мы сегодня снимем картон-дога, а возможно же картон-кэта. Это будет просто нечто. Окей, вот Настя уже подлетела. Просто жесть, посмотрите, какой он огромный. О, ты видишь это? Да. Это картон-кэт, господи. Он все-таки здесь, банда. То есть он сбежал с того своего лагеря, или как это назвать. Окей, тем не менее, он реально где-то здесь получается. Есть огромная вероятность, что здесь будет не картон-дог.
Cartoon Dog. Просто жесть. Окей, банда, думаю, что уже пришло время просто облетать весь этот завод. Посмотреть все здания изблизи. Такая жесть. Это был реальный Cartoon Cat. Я, если честно, банда, так и думал, что он будет здесь. Потому что как так? Только один Cartoon Dog здесь будет жить. Просто жесть, банда, посмотрите, какой же он уже разломанный. Окей, но здесь реально живет Cartoon Cat. Окей, тем не менее, вот Настя облетает его. Господи, хоть бы видеть этого Cartoon Dog'а. Окей, оно просто огромное, а в середине, по-моему, полностью пустота, ты видишь это? Да. Там вообще ничего не было. Окей, такая жесть. Внизу полностью пустота, а сверху что-то есть. На втором этаже, посмотри, что-то лежит, ты это видишь? Да. Просто жесть, банда. А что это такое вообще? Окей, о господи, это Cartoon Dog, банда, вы это видели? Он реально существует, просто жесть. Мне показалось на секунду, что он был полностью плоский. Окей, банда, тем не менее, его уже там нету. Он просто как будто куда-то испарился. Окей, Настя, быстрее облети это здание, чтобы посмотреть, возможно, где-то там. Внизу его точно нету, быстрее облетай это все. Просто жесть, банда, это был реальный Cartoon Dog. Окей, мы уже сняли картинку этой Cartoon Dog, мне все еще не верится. Кстати, в жизни он реально очень мультяшный. Получается, что в жизни они так и выглядят, как в мультиках. Как будто кто-то их просто взял из мультика, переместил в реальную жизнь. Окей, тем не менее, банда, вот Настя отлетела. Просто жесть, посмотрите. Оно такое огромное. Окей, мне кажется, что сюда заезжали машины. Окей, банда, вот Настя снимает изнутри. Я, в принципе, ничего не вижу. Там никого нету. Он как будто просто испарился. Его просто нигде нету. Просто жесть, банда. Он реально испарился. Возможно, у него есть какая-то суперспособность, и он с помощью этой способности просто растворяется. Окей, тем не менее, вот Настя снимает, пытается снять его. Черт, солнце очень сильно мешает. О, господи, мы ничего там не увидим из-за солнца. Окей, банда, думаю, что уже пришло время отлететь тому суперзданию. К тому чуду архитектуры. Просто посмотрите на него. Окей, банда, это реально очень странное здание. Просто посмотрите. Оно очень высокое, и в него уйдут целых два коридора. Зачем они вообще так сделаны? Возможно, все же реально кто-то просто что-то спускал по этим коридорам. Оно катилось, и дальше уже там забирали. И переносили в другое здание. Окей, давай попробуем посмотреть. Возможно, что-то будет в окнах. Возможно, мы увидим что-то в этих оконных отверстиях. Если здесь живет Cartoon Cat и Cartoon Dog, то здесь может еще кто-то мультяшный. Окей, ну я в принципе ничего не вижу, там вроде бы никого не... Посмотрите, банда, мы реально все это снимаем на мой дрон, такая жесть. Окей, я ничего не вижу, там никого нету. Окей, в нижнем окне тоже вроде бы ничего не видно. Тем не менее, банда, мы уже реально сняли твоих монстров, это была такая жесть. Если мы сейчас опять снимем, это будет просто нечто, потому что они просто как-то испаряются. Окей, я в принципе ничего не вижу там. О господи, окей, Настя поворачивает. Просто посмотри, там такие огромные окна были, банда, вы это видели? Такая жесть. О, посмотри, это Cartoon Cat. Он бежит, отлетай, отлетай, отлетай. Он просто подпрыгнул, банда, вы это видели? Скорее посмотри на него, он там все еще. Такая жесть, господи. Это был реальный Cartoon Cat. Куда он делся? Он просто испарился, банда, вы это видите? Он просто пропал. Он как будто реально испарился, он исчез. Это такая жесть, банда. Он подпрыгнул, прилетел к нам, и все, его больше нету. Он реально как-то испарился. Сначала он был в лесу, а теперь он как будто телепортировался в эту точку. Такая жесть, господи, его там просто нигде нету. Он серьезно испарился. Это такая жесть, банда, возможно, он реально как-то может телепортироваться. Я, если честно, об этом не знал. Окей, банда, тем не менее, вот это основное здание. Если в нем будет кто-то жить, это такая жесть. Но я пока что, в принципе, ничего не вижу там. Интересно, что эти такие штуки впереди. Просто посмотрите на них. Там как будто какие-то моторчики. Зачем они вообще существуют? Окей, давай пойдем к тому третьему зданию. Возможно, кстати, посмотри. В этой полосе, возможно, в конце этой полосы будет что-то. Возможно, Cartoon Dog перебежал к тому зданию по этой полосе. Окей, давай, Настя, попробуем снять, что там будет внутри. Итак, Настя подлетает к этой двери. Просто жесть, банда, какие же эти монстры стрёмные. Окей, тем не менее, вот Настя подлетает. Я, в принципе, пока что ничего не вижу. Если кто-то выпрыгнет, это будет просто жесть. Окей. Аккуратно подлетай туда, просто жесть. О, господи, отлетай, отлетай. Он сейчас бы выпрыгнул наш дрон. Это просто жесть, банда, вы видели, это был Cartoon Dog. Он немного изменил свое лицо. Я где-то слышал, что Cartoon Dog может менять свои облики. Но чтобы насколько он реально сильно изменился. И он снова куда-то испарился. Просто посмотри, его нигде нету. Он так же самое, как и Cartoon Cat, куда-то пропадает. Окей, банда, это реально жесть. Мне прям это не верится. Мы снимаем сразу же обоих монстров. Такая жесть, господи. Окей, давай просто отлетим от этого здания. Он сейчас просто выпрыгнет наш дрон и украдет его. Это будет такая жесть. Я очень сильно боюсь потерять наш дрон. Окей, тем не менее, банда, вот нас тесного к этому чудо-зданию. О, Настя, а давай попробуем поднять, что находится в этих коридорах. Возможно, в тех окнах мы сможем что-то увидеть. Просто посмотри, там реально огромные окна. Интересно, куда они вообще ведут эти здания? Просто жесть. Они реально очень огромные, эти коридоры. О, там даже был какой-то эскаватор. О, господи, просто жесть. В этом заводе просто было все. Почему вдруг так забросили? А что, если ты Cartoon Dog на кого-то напал и все испугались? Он просто снял это здание и начал здесь жить. О, господи, просто жесть.
Алекс, панда, о, аккуратно, правота, чуть не врезалась. Это был бы первый уже финал этого дрона. Окей, тем не менее, банда, вот Настя, полетать к этим коридорам. Начнем, пожалуй, снизу взлететь вверх. Окей, я, в принципе, ничего там не вижу. Это реально обычный коридор. Возможно, реально там кто-то что-то носил, переправляли по этому коридору. О, господи, просто жесть. Там было какое-то небольшое здание. Интересно, зачем вообще в него было что-то носить? Зачем такая огромная структура? Это же просто маленькое здание. О, господи! О, нет! Как это забрал дрон? Просто ничего не работает, банда, вы это видели? Он внезапно напал на дрон и все! Просто жесть, банда, посмотрите, все потухло! Он не работает, он украл наш дрон! Это такая жесть, только не это! Мне просто в это не верится, банда! Мы теперь никак не сможем вернуть этот дрон! Господи, мы его потеряли! Это была такая жесть! Мы даже никак не сможем войти на эту территорию, потому что там живут два огромных монстра! Мы очень сильно их боимся! Окей, тем не менее, банда, единственное, что делать дальше! Вот комменты с прошлого видео просто без какие шикарные! И держишь комментарии! А Брюс, ты хочешь посмотреть видео, слушай, потому что пустится ниже! Лайк, колокольчик и все, брат, уже на видео. Лайк, колокольчик, на видео, бандит. И бро, также забывай про наш инстаграм. И подписывайся, пиши нам директ. И бро, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!